С вами канал Антдачник. И сегодня вот такое вот видео в новом формате. Этот формат связан с играми про наших любимых питомцев. Скорее всего, я ограничусь только одной или двумя играми. У меня уже есть вторая игра на примете. Ну а сегодня мы поиграем в игру под названием The Ants. Так, ну пожалуй, начнем. Значит, я специально оставил, чтобы вывести одного муравья. Вот. Нам выпадает, даже не помню, нектар, наверное. Не знаю, как перевести игру на английский. Значит, это я не знаю, где все же настройки. Как вообще изменить язык на русский? Потому что непонятно вообще. Так, это у нас что? Тут вообще, ну как бы все на английском, а тут понимается только самое простое. Так, сюда мы загрузим еду с водой. Воды у нас просто нету. Значит, воду загружать не будем. Значит, вот так. У нас нету грибов. Про них все время забываю. Сейчас листорезов найму. Значит, я поставила листорезов. Сейчас еще их прокачаю. Апгрейд. Кристалл, так, это у нас что? Кстати, да, недавно вышли новые муравьи. Я вот игру уже давно играю, но на YouTube я ни разу не снимала. Сейчас я вам докажу, почему я в нее давно играю. Вот видите, здесь муравья прямо с превью моего канала. Я вам даже сейчас покажу. Прямо вот с превью. Вот. Только он сейчас здесь по-другому выглядит. Ну, в общем, мы на Мониум Кириане. Не знаю, почему это мы на Мониум, хотя это были Blackfire. Ну, то есть черные огненные муравьи. Вот Fire Ant. Sirenopsis Invicta. То есть здесь все муравьи. Они реальны. Вот. В общем, не осмелюсь сказать название. Сейчас будем качать моих муравьев. Я себе, кстати, вот наши формики. Кстати, тоже изменилось фото. Тут очень много разных муравьев появилось. Еще больше. Здесь даже есть адентопанеры, трансверсы. То есть здесь вообще все муравьи из реальной жизни. Полирахисы, армата. В общем, вот один из моих любимых. Сейчас. Что-то название вообще не понимаю. Ну, в общем, он такой фиолетовый. Ну и фиолетовые они довольно крутые. Поэтому у меня
Есть два отряда, которых я посылаю за пищей. Потом вам объясню все. Ну и один из претендентов на это звание, это как раз вот этот муравей. Сейчас я его прокачаю прям по максимуму. 16-й. Сейчас будет какой? 19-й. Если получится, чуть побольше станет. Теперь 19-й мы помещаем вместо отряда моих дьякам. Отряды. Я давно в эту игру не играл. Вот прям только сейчас ее скачал. Так подумал, что как бы на неделе я бываю, ну, на выходные. Я уезжаю к родителям. И поэтому муравьев я не могу поснимать. А иногда и на неделе, потому что по своим причинам, в общем. Вот вид матки. Здесь можно создать колонию, скажу, класс муравьев. У нас вот можно сейчас изменить класс. Я возьму листорезов. Почему бы и нет? Да, забыл сказать. Когда здесь можно немножко как-то смешивать муравьев. Потому что вначале я играл за желтых, и у них появилась вот такая штука, с помощью нее можно поддерживать друзей из клана. Вот. Она работает только у вот этих желтых муравьев. Не знаю, какие это компонотусы. Балдацы, наверное. Балдачи. В общем, непонятно. Здесь есть как бы отряды муравьев. Из чего состоит отряд? У нас как бы такая мега-колония. И в ней много всяких, ну, то есть, все виды разные. То есть, в одной колонии много разных видов. Ну, и теперь давайте уже выйдем наружу. Значит, вот клан весь, тут уже половина людей не играет. Вот новые муравейники, они такие маленькие, так. Тут второго, пятого. Вот они, скорее всего, зашли недавно. Именно в мой клан. Давайте нападем по поиску. Нам подойдет кузнечик, ну, например, третьего уровня. Вот. А так, сейчас изменим отряд, сейчас изменим Митякан, возьмем сюда Федоли, Федоли одних, Федоли Берги. Их можно взять вот столько, значит, также компонотусов побольше и всех остальных. Я думаю, может, сюда вместо них фусок, но фусок. Их поменьше рабочих у меня. Так что возьмем все же Федоли. А как я и говорил, я хочу вместо Диакам взять как раз моих. Их потерял. Вот. Вот кого. Федоли можно взять побольше, конечно. Потому что диакам у меня более прокачанный. В общем, здесь мы все, что могли, сделали. Теперь сюда мы добавляем всех. Тут
долей. Ну, поэтому мы сюда... А фуски уже здесь есть. Ну, можно еще фусок. Но будет меньше. Блин, кого сюда? Крематогастеров. Еще меньше. Вот. Значит, их возьму. Ну и все. Значит, пойдем мы этим отрядом первым на кузнечку. Тут как бы растягивается такой отряд. Не очень круто выглядит, но все равно. Дальше. Так. Пауки. Сейчас тогда пошли на другой отряд, на какую-нибудь другую добычу. Вот атакуют. Вот такой вот кузнечка. Минус кузнечка. Немножечко ресурсов. Ну, а теперь вот тут можно еще вывести муравья. Он у меня уже был. Так, сейчас я посмотрю, сколько у меня муравья тут. Так. Тут, кстати, есть и нормативные проценты. И обычный мирмицеум. Если что, спойлер, в ВК у меня есть страница. Антдачник тоже. В общем, как раз на этой странице у меня стоит вот такая аватарка. Губинатора есть. Солдаторы жалко, нету, и мессеры. Нет, какие-то, по-моему, мессеры есть, но... Не помню, здесь даже есть какие-то пауки. Много. Вот, пучка так странно. Немного еще было такое муравьи. Потом... Не помню, что с ним стало. Вроде, не буду его... Продал, что ли, уже вообще не помню. Давным-давно уже не играл. Вот таких недавно покупал в компонентусе. Еще вам покажу. Ну, значит, вот так. Теперь отправим каких-нибудь муравьев. Я поищу, допустим, давайте не пойдем, не ошибиться к нему, давайте мы, что нам подбежал, что ли, здесь перебухнуто, ну, нам, сейчас посмотрю, что нам еще не хватает, нам не хватает еды. А тебя у нас, как я помню, из больших коровок, да. Поэтому берем вот такой богомол. Не знаю, получится ли богомол добыть. Нет. Нет. А, короче, мне кажется, что не получится. Зря только пошли. Ну да ладно.
Ну а всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока.